История стерлитамака в годы Великой Отечественной войны. Сегодня для воспитанников военно-патриотического объединения «Отечество» и детей работников стерлитамакского троллейбусного управления прошла экскурсия по городу, посвященная 72-й годовщине Победы. Отправная точка – здание районного УМВД, где в годы войны находился военкомат, откуда отправлялись на фронт жители стерлитамака и окрестностей. Следом – некогда казармы 170-й стрелковой дивизии на улице Комсомольской, кожевенно-обувной комбинат, поставлявший сапоги для солдат и другие здания. Эти здания необходим не только нашим детям, но и детям их детей в последующем, потому что мы крайне мало знаем о городе, в котором мы живем, к сожалению, но это так.